Технологический институт Слактеры приветствует вас, сэр. Горю желанием показать вам, куда направлено ваше щедрое финансирование. У ТИСа давняя традиция прорывных решений. А это два наших лучших ученых. Тобис внес свой вклад в оказание воздействия на гравитационные поля. У вас повысилось настроение. Как только я разработаю машину отступления из машин невесомости, воздушное пространство Слактеры будет нашим. Идеи Кэтрин по ультразвуку стоят тщательного изучения. Звук не видим, но его воздействие очень мощное. Как же я, профессор? Вы не покажете господину денежному мешку мое изобретение? Доктор Коловский сейчас занимается искусственной слаготехнологией. Сэр, не обращайте внимания на бездарные исследования Квентина. Позвольте лучше показать вам мой труд. Вам нельзя сюда возвращаться, вам и вашим безумным роботам. Вам от меня не избавиться. Ваша антигравитационная машина ни на что не годится, Тобиас. И тем более ваш жалкий звукоусилитель. А теперь поговорим о будущем. Точнее, моем будущем. Нам нужна помощь. С этого момента все исследования будут курироваться мной. Элэшейн, ты нам нужен! Сейчас! Существует только одна наука в этой глуши. Моя. Внимание! Мои робослаги! Слактера. Слаги-роботы. Пещера будущего. Всегда хотел посмотреть на это место. Роль науки сильно преувеличена. Пронто не нужны факты. Обойдусь своим чутьем. А мое чутье подсказывает мне, что подошло время обеда, если так называемые ученые гении. Куда они дели все рестораны? Куда они дели всех людей? И слагов я тоже тут не вижу. Все слаги попрятались, я Кэтрин МакГрегор. Это вы позвонили насчет ученого-изгоя? Квентин всегда был немного странным, но в этот раз... В этот раз он перешел черту. Кто-нибудь пытался противостоять этому парню? Мы ученые, а не слагометатели, поэтому мы и вызвали вас. Да, логично. Я предвижу мир, где люди будут использовать лишь мои слаги, робослаги. И тогда все поймут, что любой обладатель живого слага должен быть наказан. Я не желаю слушать эту чушь. Я еще не закончил. Да, а я закончил. Я... Надеялся все уладить методом убеждения, но тебя убедить нельзя. Предпочтительнее сказать, что я недоступен твоему пониманию, Элай Шейн. Да, я знаю, кто ты. Значит, ты в курсе, как я работаю. Я дам тебе шанс поступить правильно и извиниться перед всеми этими людьми. А иначе? Иначе? Поединок? Все верно. О, это будет весело. Я вырву эту отвратительную штуку прямо из твоих рук. По-моему, он только что оскорбил моих слагов. Плохая идея. Разновидности Инфернус. Боевые экземпляры зажигательный Инфернус Новоклоу. Как ударные контрмеры интеллектуальной матрицы робослагов.
Берпи, ты в порядке? Вы обречены до начала поединка. Я загрузил базу данных на всех метателей, стрелявших слагами. Ты, твои друзья, даже твой отец, но великий Уилшей. Он бы разгромил тебя через минуту, может, две. Твой отец был фанатом слагов, как и ты. Он успешно применил ход с арахной в 17 различных поединках. Твоя попытка, однако, провалилась. И мои робослаги будут превосходить ваших слабых, отвратительных слагов и консервативную тактику. Тогда я покажу тебе новую тактику. Что? Соответствий нет. Что-что он... Если метать с умом, это уничтожит псевдонауку, Квентин. Все кончено. Конечно. Ха! Ты не поверишь, что я принесу с собой, когда вернусь. Ты все еще здесь? А? Ха! Точно! Уходи сейчас же, негодяй! Пока лучшие представители, чем ты, пытаются победить. Нужно подготовить прием этому типу. Вряд ли он исчез навсегда. Может, он вернулся в свою секретную лабораторию. Будь реалистом, Корт. Увлекаешься фантастикой. Далеко не у всех ученых есть тайные лаборатории. Великий Элай Шейн и его удивительные слаги. Думает, на все есть ответы. Увидите, на что способен безумный ученый. Я покажу то, чего он еще не видел. Здесь должна быть какая-то пища. Погодите минутку. Наверняка у него есть какое-то убойное оружие, которое он выпустит в нас. Ха! Пусть принесет свое супербойное оружие. Стоит Пронто наполнить желудок, и он может сразиться с любым противником. Тут есть проблема поважнее. Кто-нибудь захватил открывалку? А? Ой! И настроение ухудшилось. О, вы не представляете, насколько худо вам будет. Любители слага! Железные кони! Нейтрализуй это! Быстро! Элай! План Б! Остаться в живых! Морозоустойчивые слаги-слаги-болиды. Слаг-флоппер. Ха-ха! И защита не нужна. Я должен попытаться. У него должно быть уязвимое место. Слабый выстрел, Трикси! Нет у меня уязвимых мест. А вы с тефтелеобразными слагами сплошное уязвимое место. И что теперь? Как ни печально говорить, но отступаем. Вот так, бегите, любители слагов, скрывайтесь от
своей супертехнологии! Видите, даже Элай Шейн не может защитить вас от меня! Ну, это было унизительно. Нам нечего стыдиться. У Квентина отличная технология, но чем он лучше нас? Мой прыгучий камень и близко от него не пролетел. Эй, эй, эй! Почему ты бьешь этот бедный камень, Пронто? Может, стоит стукнуть эту упрямую банку о что-то тяжелое? А железобетонную челюсть тролля? Рада, что вы все-таки выбрались. Но с подобной шумихой здесь очень опасно. Тихо, Пронто! Есть место, где мы можем перегруппироваться. Может, в тайной лаборатории? О, пожалуйста. Ну ладно, я ошиблась. У всех ученых есть тайные лаборатории. Что там с Квентином? Он ненавидит слагов. Он не только их ненавидит, он просто в ужасе от них. Правда? Отрадно слышать. С того случая, когда мы были детьми. Это случилось во время экскурсии в отдел истории слагов. Квентин всегда считал закрытую дверь вызовом. Он просидел там 2 дня, пока его не нашли. С тех пор он изменился. И цель его исследований — образ жизни без слагов. Да, слагофобия. В этом есть какой-то смысл. Суперустойчивая банка, ты меня до отчаяния доводишь. Своим железобетонным периметром. О, порядок. Пронто, ты гений. Гений? Я? Ах, да. Конечно, гений. Кажется, я придумал, как побороть Квентина. Понадобится высокотехнологичная помощь. Мы все предусмотрели. И что еще важнее, помогите нам выиграть время. У меня на сей счет есть пара идей. Как это скучно, и что толку быть лучше, если я не могу управлять всеми? Элай Шейн, я готов к 3-му раунду, а ты? Сейчас мы заняты. Но у меня для тебя кое-что есть. Опять твоя антигравитация. Когда же ты поймешь, что со мной ничего не сравнится? Я даже своих робослагов не буду тратить на ваши камешки. Считаешь себя очень умным и все же закончишь свои дни, бросая камешки, как дикарь несчастный. Беги, жалкий дикарь, беги! От Супермена не сбежишь! И это все, что ты должен запомнить. Не волнуйся, Нудл, все будет хорошо. Я сомневаюсь, что этот бесхребетный слаг станет залогом нашего успеха. Каждый слаг по-своему полезен, Пронто. Даже флопперы. Тобиас пострадал. Я захожу. И помни, задержи его. Не пытайся геройствовать и не пострадай. Отличный совет. Назад, к чертежной доске! В чем дело, Тобиас? Не скажешь ничего умного? Мне есть что сказать. Это будет забавно. Это, наверное, Кейт. Не вздумай состязаться с ней в крике. Корт, ты закончил? Можно идти дальше. По коням, ребята! Пора поучить этого упертого умника в стиле команды Шейна. Отпусти меня, Квентин! Твой голос не столь приятен при 400 децибелах. Опусти ее, Квентин! Наши мега-железные кони выдадут тебе по полной! Аккуратно!
обратно опусти ее и подними руки, Квентин. Мы нейтрализуем тебя. В этой штуке? Я много лет совершенствую этот костюм. А вы сколько латали эту развалину? 5 минут? 45 минут, умник. Мне понадобится меньше времени, чтобы все это разобрать. Система невредима, вроде. Постарайся подойти поближе и ударить его тройной комбинацией. Ледовая атака, загрузка инферновой защиты. Плавали, знаем. Изменить траекторию. Балтрикс. Со слагами непросто, нужно их найти, обучить, заботиться о них. Зачем все это, если можно просто их производить? Нескончаемый запас! Все как у меня! Приготовиться к большому взрыву! Нет, налево! Твоя правая или твоя правая? Не волнуйся, Трикси. Корт, у тебя есть другая рука. Используй ее. Ну а сейчас волноваться можно? Как вы знаете, этот план на 87% обречен на катастрофу. Элай свое дело делает, а мы сконцентрируемся на нашем. Единственный вопрос, сколько я продлю ваши муки. Давай, давай! Держись! Может, чуть подольше? Гироскопы горят! Этот великан долго не протянет. Технически это называется смертельный прыжок. Я теряю контроль! Так и я! А я полностью контролирую! Все это как-то неудобно! Я вытащу тебя из твоей нищеты! Попробуй! Очко за упорство! Или все это иллюзия? Хотелось бы посмотреть тебе в глаза до того, как ты распадешься на две части. А ты думал, мы сделаем робота, который победит твоего? За 45 минут? Да чего же ты глуп? Мы делали открывалку. А ты был настолько самоуверен, что позволил мне приблизиться. Действуй, Нудл. Слагфлоппер на мне! Спектакль начинается. Сюда иди, умник, где все и начинается. И кончается для тебя. Может, мне объяснить? Бластер пустой. Я использовал всех своих слагов, чтобы дойти так далеко. Иди сюда. Хочу посмотреть тебе в глаза, пока не добил. Добил меня? С твоим несуществующим бластером и воображаемыми слагами. Если мой бластер не заряжен, это не значит, что у меня нет слагов. А? Отличная
работа! Ребята, вам даже не пришлось трансформироваться! Это было здорово, Элай! Рад, что эта штука все же выдержала! Ты спас меня? Прекрати, щекотно. Щекотно. И я не возражаю. Не знаю, что сказать. Спасибо. Хорошее начало. Следователь уже в пути. Думаю, тебе есть что ему сказать. Я знаю, это здесь. Должен быть простой способ открыть банку с бабами. Он ваш. Эй, вы не мой адвокат. Принял быстрое решение. Я слышал, ты очень умный. И знаешь, Квентин... Умные парни мне очень пригодятся.